Смотрите, вот некоторые думают, можно ли вообще замазывать, допустим, цементным раствором стенки зимой. Смотрите, я вот шпателем замазывал стенки в 30-градусный мороз. То есть, как это все было? Я в доме ложил плиточку, ну, клей, обычный плиточный клей. Остался он, да? Я просто вышел, тупо замазал вот швы на гипсоблоке. Ну, у меня гараж обсыпается, вот видите, глина. Вот. То есть в мороз я вот это все замазал. Прошло уже года два или три. Смотрите. Крепко держится, отлично все. Так что, как говорится, утверждение о том, что зимой нельзя ложить тот же кирпич, ну, скажем так, можно, на свой страх и риск. Если это не болит, что-то нужно замазать, то замажьте без проблем. Наподобие таких швов. Можете не переживать.